48 делегатов от Алматинской области примут участие во внеочередном съезде партии «Аманат», который состоится 7 февраля. В ходе региональной конференции партийцы утвердили программу, выдвинули кандидатов в областной и городской маслихаты по партийному списку и на одномандатной основе. Как известно, избирать депутатов будут по смешанной системе. Треть мест в палате займут самовыдвиженцы. В регионах продолжается прием заявок. В Алматинском областном маслихате 38 мест. Наша главная задача в рамках предвыборной программы – решить проблемы трехсменных школ в густонаселенных районах. Это Енбекши-Казахский, Илийский, Талгарский и Карасайский районы. Сейчас есть 52 трехсменные и 80 чрезмерно перегруженные школы. До 2027 года мы должны уменьшить их число до трех.